Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, в чем он боится тебе признаться. Пишите имена вашей пары для того, чтобы информация формулировалась конкретно у вас. В чем боишься признаться? Давайте смотреть. Он говорит, я боюсь признаться, во-первых, в этом. На протяжении длительного времени. Это не новая информация, это то, что уже давно буквально в его сердце сидит. Мужчина говорит о том, что я боюсь признаться тебе в том, что я все знаю, что я владею информацией, что я все считываю, я все просчитываю. Относительно чего? Относительно кого? А, здесь он планирует появление проявления в вашу жизнь, девчонки. И причем здесь он уже, возможно, у многих даже билеты купил. Возможно, знает, где вы находитесь, как вас найти, как к вам прийти. Так, еще давайте смотреть. Да, вот и подтверждение. Здесь был выход с отношений, а теперь он говорит, я вернусь к тебе. Ну что же, девочки, быстренько на маникюрчик, педикюрчик, новое белье, встречаем мужчину. Однозначно он придет к вам с подарком. Возможно, в праздник придет, либо же принесет с собой вот конкретно подарок. Ну что же, принимайте, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю непременно, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.